Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет небольшая видео распаковка такой посылочки с сайта iHerb. Поэтому, если вам интересны такие видео обзоры, видео распаковки с сайта iHerb, присоединяйтесь к просмотру, и здесь будут действительно хорошие и интересные продукты. Первый продукт моей посылочки — это такая добавка от бренда 21 Century, магнезиум, и здесь в составе идет кальций и магний. Такая добавка, она предназначена для поддержки костей и мышц, а также он хорошо укрепляет нервную систему за счет магния. Присмотритесь к этой добавке. Почему я начала видеообзор именно с вот этой добавки? Так как этот бренд предлагает нам качественные витамины, добавки, и, кстати, они довольно бюджетные. Здесь довольно большая банка, 110 таблеток. Можно увидеть состав, здесь действительно идет кальций и действительно идет магний. И как всегда в инфобоксе будут все ссылки на продукты, вы также можете перейти по ссылкам и почитать какие-то отзывы, и сразу можно сделать заказ. И сразу хочу вам показать еще одну такую добавку. Это магний от бренда Dr. Best. Очень люблю, кстати, вот этот бренд, присмотритесь к нему, он довольно недорогой, но очень качественный. Если его сравнить с брендом 21 Century, конечно, вот это вот будет вообще очень бюджетно. Но здесь именно в составе идет только магний. Как известно, магний способствует поддержанию здоровья костей, сердца и нервной системы, и также мышц. Хорошая добавка, присмотритесь, если вы хотите что-то совместно с кальцием, можете вот такую вот посмотреть, вот 21 Century. Очень рекомендую и вот эту вот добавку, если вы ищете магний в чистом виде. Здесь 120 таблеток, такая вот довольно большая банка и по очень хорошей цене. Еще одна замечательная добавка от замечательного бренда Now Foods. Это витамин D. Здесь очень хорошая дозировка, 120 капсулок. И вот эта добавка, если вы не знаете, но я думаю, вы знаете, всем известно, что такая добавка, она поддерживает здоровье костной системы, прочность костей. И также, если вы употребляете в свой рацион добавки с кальцием, то, естественно, вам нужно купить еще плюс витамин D, так как кальций усваивается только благодаря витамину D, ну, с витамином D. Я его, конечно, приобрела в дополнение к вот этой вот добавке для того, чтобы усваивался лучше кальций. Вообще, Now Foods очень хороший бренд, хорошо себя зарекомендовал, у него хорошие отзывы. Так что, если вы ищете витамин D, можете присмотреться именно к этой добавке. Здесь хорошая дозировка, вам всего лишь нужно одну капсулу в день, и здесь 120 таких капсул. Следующая добавка также от бренда Now Foods. Это красный вяз или вяз красный. Здесь хорошая дозировка, 100 капсул. Если вы не знаете, то вот эта вот добавка предназначена для того, чтобы успокаивать желудочно-кишечный тракт. Это такая вот травяная добавка, которая успокаивает и как бы обволакивает желудочно-кишечный тракт. Если вы страдаете гастритом или повышенной кислотностью, или язвой, то я думаю, что вот эта вот добавка будет для вас как находка. Рекомендую присмотреться к ней. Также вы можете перейти по ссылке в инфобоксе, более подробно почитать. Действительно, довольно интересная добавка. Довольно интересное само вот это растение. У этого растения довольно хорошие отзывы. И, конечно же, Now Foods сделала его в виде капсулы, что, конечно же, нам позволяет в удобной формуле применять по потребности такие вот добавки, если, конечно, такая потребность есть. Хочу сказать, что вот этой вот добавки сейчас на сайте очень такая интересная цена, довольно низкая, присмотритесь. Дальше у меня будут косметические продукты. Я заказала вот таких вот два крема, это мини-версии от бренда CeraVe, есть также в большой упаковке. Здесь именно упаковка небольшая, можно взять в виде, скажем так, пробника попробовать. Такой классный увлажняющий крем для нормальной и сухой кожи, в составе которого идет керамиды и гиалуроновая кислота. Гиалуронка увлажняет кожу.
В принципе, здесь так и указано, что это идет увлажняющий крем, но за счет того, что здесь добавили керамиды, керамиды очень хорошо заживляют и восстанавливают кожу. Предназначен для лица и тела, в принципе, такой универсальный крем. Его часто разбирают, вот такие вот мини-версии. Но по цене получается не сильно выгодно, лучше взять большую упаковку. Но если вы не знакомы с этим брендом и с этим кремом, то лучше, конечно, взять такую мини-версию. И, кстати, CeraVe – это крем, который разрабатывают дерматологи, поэтому что еще здесь можно добавить? 56 грамм здесь. И консистенция крема в меру плотная. Не скажу, что плотный крем. Хорошо распределяется, сразу чувствуется увлажнение кожи. И кому интересно, то у этого крема нет выраженного запаха. Хороший крем, можете взять себе на пробу попробовать. И еще у этого бренда мне нравятся всякие гели для умывания. Они также идут с керамидами и гиалуроновой кислотой. Еще заказала губку от бренда Real Technique. Была акция, не помню, по-моему, минус 10%. Захотелось мне взять еще такую моногубку. В прошлом видео, я, кстати, оставлю вам ссылочку, я делала видеообзор, где было в упаковке 4 штучки. Рекомендую вам такую губку, действительно очень классный продукт у этого бренда, он пользуется спросом. Губка предназначена для жидких тональных кремов. Классная губка, ничем не уступает бьюти-блендеру, только в разы дешевле, присмотритесь. И, конечно же, еще раз заказала такой бальзам, пользуется спросом моей семьи, пользуется спросом у моих подруг, знакомых. Carmex бальзам, который не нуждается в рекламе. Сейчас у меня в посылке классическая версия. Она имеет немножко такой охлаждающий эффект при нанесении. Если вы не любите бальзамы с охлаждающим эффектом, то можете присмотреться с разными там фруктовыми вкусами. У них нету охлаждающего эффекта, нету такого ощущения холодка на губах. И скажу, что у бальзама Carmex есть также SPF 15, что довольно неплохо. Я надеюсь, что вам понравился формат данного видео, понравились продукты в этой посылке, вы узнали для себя что-то новое. Естественно, если это так, жду от вас лайков, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеораспаковках. Всем пока-пока и увидимся уже совсем скоро.